вышли на игровую тренировку. Григорий Григорьевич идет. Григорий Григорьевич, вот он. Привет. Григорий Григорьевич. Егорий Григорьевич. Лучший Василий Евгеньевич. Вот, сейчас поиграем немножко. Встряхнемся. Зеленая команда сегодня. Победители. Все, в принципе. Первая и наша. Вторая. С победой, ребята. Первый круг. Мы сделали это. Этого не было. У нас программа «Вдуть», и в гостях у нас Мария, топовая футболистка сборной России. Мы сейчас посмотрели. Мария, расскажите, пожалуйста, интересный какой-нибудь случай из вашей жизни. Вот знаете, мы сегодня собирались на тренировку, и ко мне зашел этот самый красивый мальчик лагеря, и просто стоял перед зеркалом минут 10-15, прическу поправлял, шортики, футболку. А потом подходит ко мне, улыбается, говорит, мне так настроение поднялось, когда я на себя посмотрела. И только после этого пошли на тренировку. Этого не было.